Здравствуйте! В эфире Малиновская Екатерина, и мы ведем репортаж из Пушкинского сквера. Сегодня у нас будут участвовать целых три мировые звезды. Итак, приглашаем Елканову Лауру. Здравствуйте! Сегодня я расскажу стихотворение Федора Ивановича Тютчева «Весенние воды». Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Они бегут, и будет сонный брег, бегут и блещут, и гласят. Они гласят во все концы: весна идет, весна идет. Но молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Весна идет, весна идет. И тихих, теплых майских дней румяный светлый хоровод толпится весело за ней. А сейчас мы поаплодируем второй мировой звезде Малиновской Екатерине. Плещеев, весна. Уж тает снег, бегут ручьи. В окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплее ярче солнце стало. Пора метели злых и бурь опять надолго миновала. И сердце сильно так в груди стучит, как будто ждет чего-то, как будто счастье впереди и унесла зима заботы. Поблагодарим Малиновскую Екатерину за ее выступление. А сейчас мы приглашаем в студию третью мировую звезду Ананиади Елену. Алексей Николаевич Плещеев. Весна. Уж тает снег, бегут ручьи. В окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплее ярче солнце стало. Пора метели злых и бурь опять надолго миновала. И сердце сильно так в груди стучит, как будто ждет чего-то, как будто счастье впереди и унесла зима забот. Поблагодарим Ананиади Елену за свое выступление, а на сегодня наш репортаж заканчивается. Всем до свидания, до скорых встреч!